Это единственный парад Дедов Морозов в нашей стране, который проходит среди пальм. Снег в Сочи даже в конце декабря – большая редкость. Но это не мешает жителям курорта с головой окунуться в предновогоднюю сказку. Белый медведь, скоморохи, персонажи любимых мультфильмов и, конечно же, главные герои праздника. 150 Дедов Морозов с внучками прошли парадом по главным улицам города. Пешком, на ходулях, мотоциклах и даже на квадроцикле. Всего в этом году в параде участвовало 30 транспортных средств. Шествие хоть и новогоднее, но прошло по всем правилам парада. На главной площади города главный сочинский Дед Мороз сдал парад главе курорта. Рапорт сдал генерал-полковник новогодних войск Мороз Иванович Рождественский. Я хочу пожелать вам счастья. Я желаю в новом году вам всем удачи. Чтобы вы каждый нашел себя, чтобы сбылись ваши мечтания, чтобы сбылись все то, что вы задумаете под Новый год. И мне только остается объявить старт нашим новогодним праздникам. Давайте будем праздновать, мы этого заслужили. Итак, на старт, внимание! Праздничные гуляния начались тут же, у главной городской елки. Ребятишки вместе с героями сказок и новогодними волшебниками завели хоровод. А поздравительное послание из Великого Устюга собравшимся передала обезьянка Дуся, символ наступающего года. Дорогие сочинцы, с наступающим Новым годом, любви, счастья! А самое главное, радости нашим детям. Удачи, любви и тепла в своих домах. И, конечно же, зимнего радостного настроения. С Новым годом! Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.